Пацаны, пацанессы, всем доброго денечка. Продолжаем смотреть мистику, криминалистику. Девчонку, которая делает различные ролики на всякие истории, в том числе паранормальные. Один лишь позитив и ничего другого. Приятного просмотра, но прежде чем начать, с тебя, сам знаешь, сразу лайкосик прямо сейчас. Давай-ка, организуй-ка, быстренько и классненько. А мы поехали. Так, Анна Эклунд. «Пять демонов внутри нее». Реальная история Эммы Шмидт. Ребята, вы готовы к лучшей истории своей жизни? Классной истории своей жизни? Готовы? Ну, типа, будем считать, что да. Анны Эклунд считается самым задокументированным случаем одержимости 20-го... Задокументированным случаем одержимости. Эти слова в одном предложении. Ее одержимость длилась долгими десятилетиями, а ритуал освобождения... Шизой одержимость или демоном? Демон по имени... Шиза. Шиза. Рождение проходил целых 4 месяца, и каждый эпизод был подробно описан очевидцами. Что же происходило с девушкой, и что было причиной ее одержимости? А, ну может она нам расскажет как раз то, что это была как раз шиза какая-то. Всем привет, добро пожаловать в гости к мистике. Сегодня я расскажу вам о... Эй, а где мистика-криминалистика? А, или здесь типа не мистика-криминалистика, здесь мистика-паранормалистика. Настоящему мистической истории. Я не знаю, как относиться к таким вещам, верить во все это или нет, поэтому, как всегда, я не буду склонять вас к какому-либо мнению. Я просто сама сказала в самом начале, самый задокументированный случай. Скажу вам все, что мне показалось интересным, а выводы вы будете делать сами. Можете писать свои мысли в комментарии. Мне, да и другим зрителям тоже будет очень интересно это почитать. Ну, можете писать, пишите. И, как вы поняли, это видео об одержимости и о вере. Сразу дисклеймер. Я считаю, что люди могут верить или не верить. Это личный свободный выбор каждого. И я не хочу никого оскорбить. Никаких собственных домыслов в видео я не добавляю. Все факты взяты из открытых источников. В скобочках в Википедии. И ссылки на них будут в описании. Одобряю. Должен был сказать. Одобряю. Прошу и вас с уважением относиться к разным мнениям по поводу этой истории. Ну что ж, погружаемся в таинственную и ужасающую историю Анны Эклунд. Поехали. Немецкий богослов по имени... Богослов. Такое слово. Богослов. Титул прям. Я богослов. Я Валентин Богослов. Просто прикалывает это слово. Богослов. Карл Фогель написал в 1935 году книгу об истории одержимости под названием «Беги, сатана». Изыди, сатана. Begone, сатан. Там он написал случай... Сатан. Эммы Шмидт. И он использовал для нее псевдоним Анна Эклунд. И в этом видео я буду опираться на отрывки из этой книги и буду называть девушку ее... А она делает вид, что прочитала эту книгу, или она действительно ее прочитала? Ребята, в моем выпуске, если мои выпуски будут основаны на книжках, я их сначала полностью буду читать, специально знакомлюсь со всей профессиональной литературой, и после этого только буду снимать. 20 сабов. У вас 3 дня, кстати, остается, по-моему. По-моему, 2 или 3 дня. Ребят, действуем, ребят, дерзаем. Begone Satan, an account of diabolical possession. Понял? Полный краткий пересказ прочитаю. Но если есть, существует полный краткий пересказ таких книг, в чем я сильно сомневаюсь, может быть. Родилась 23 марта 1882 года в Висконсине. Анна закончила только начальную школу. Оба родителя Анны были немецкими иммигрантами. Никакой конкретной информации о матери Анны мне не удалось найти. Похоже, ее мать умерла в начале 1890-х годов. А отношения Анны с ее отцом вызывают очень много вопросов. Ля, анонимное фото мужчины... А, это не ее отец, это просто какой-то мужик 19 века. Ебать, он, конечно, хорош. Просто посмотрите на него.
Просто посмотрите на него. Пишут, что Джейкоб, так его звали, был алкоголиком и мог иногда... Не, ну это явно не алкоголик, я прям вижу. Это человек высоких нравов. Переступать границы морали с Анной. Джейкоб, по слухам, также был настроен резко против церкви. Вообще, семейка достаточно странная. У Анны была еще тетя... Вот круто, да? Чувак сфоткался в 19 веке, в 1880 году, и прям вот... Вот он прям, наверное, фоткался такой, типа, в смысле, блин, вот сфоткаюсь круто на века, чтоб, сука, на века, блядь. И так и вышло. Мы сидим в 21-м году, смотрим какой-то рандомный видос, и там фотка этого мужика. Мы, конечно, не знаем, что за мужик. Мы, конечно, не знаем имени мужика. Но мы знаем, что он был шикарен. По имени Мина, и как говорят... А чё они все в очках? Или это что такое? Бать, это очень жуткая фото, потому что выглядит, будто бы пустые глазницы, а не очки. Это она была ведьмой. На полном серьезе. Якобы Мина была любовницей Джейкоба, и именно она наложила проклятие на Анну. Никаких вещественных доказательств этому нет, но некоторые местные жители родного города Анны считали действительно Мину ведьмой. У меня такое чувство, что я вам сейчас ужастик какой-то пересказываю, но нет, это реальная история. Да ничего пока что ужасного в этой истории нет из того, что было рассказано. Просто какие-то домыслы одного человека, второго человека, кто-то ведьма. Ведьма, кто-то тебе ведьма. Стандартный 19 век или какой там. Стандартная история. Нормально, все окей, все окей. Это в пределах нормы. И все это я вычитала просто в разных статьях. Так вот, Анна начала проявлять признаки одержимости еще в подростковом возрасте. В чем же эти признаки заключались? Она демонстрировала отвращение к освященным предметам. Она не могла войти в церковь. Подозрительно для... Да просто не хотела, господи. Ну кто, будучи... вообще ребенком прям так хочет рвется в церковь. По-любому что-нибудь придумывала, чтобы просто типа просто не идти. Конечно, там что, они каждое воскресенье туда ходят, или там каждый день туда ходят, вообще жесть. Для своего возраста вела себя. Она делала очень непристойные вещи со всем, что попадалось ей под руку. Ну, это явно не демоны постарались. Это явно не демоны. Есть люди, которые просто так делают. Анна также слышала голоса в своей голове и говорила, что это они заставляют ее все это делать. Да нет. Ну, типа, не было никаких. Я прям, ребята, заявляю как свидетель этой истории. В 19 веке я непосредственно был другом семьи Анны. Да короче, чушь это все на самом деле. Потому что просто она выделялась в том обществе, в тех рамках правил, которые были приняты в этом обществе. Думала и хотела не того, что было принято. И для себя таким образом это оправдывало как-то. То есть типа, понятно, что все были против, все были еще и максимально религиозны. И она должна была это как-то оправдать, придумать, почему вот она такая. И, в общем-то, все в это и упирается, что, типа, в общество и его ебучие правила. Но точно известно, что Анна была очень религиозной и набожной. Что ей требовалось доказать? И было удивительно, что внезапно, в 896 году, в возрасте 14 лет, она начала испытывать серьезные проблемы с посещением церкви, ну и с причастием. Она начала описывать, что чувствует желание испортить освященные предметы, ну или даже навредить самим священникам. И все это ухудшалось очень быстро. Пока что это чистая психология, все, что говорится, это просто психология. Начала страдать от депрессии и от навязчивых мыслей эротического характера. Она верила, что просто сходит с ума. Если перед ней оказывалась обычная вещь, она вела себя равнодушно. Но вот если ей давали предмет, тайно окропленный святой водой, сразу поднималась настоящая буря. Почему все это происходило с Анной, неизвестно. В течение следующих лет Анна консультировалась сразу с несколькими врачами. И хотя многие из жалоб Анны могли быть симптомами галлюцинации, истерии и невроза, ни один из врачей не мог найти каких-либо проблем у девушки. Сообщается, что один из... Етить, жуткие медсестры, охренеть, они очень жутко выглядят. Очень страшно выглядят, прям очень страшно. Но именно головной убор страшный у них какой-то, прям дикий. Как будто они это тебя пришли забирать в потусторонний мир. Вестники ада, блять. Вестники ада.
ведущих специалистов того времени утверждал, что у нее не было и малейших признаков психических заболеваний. Девушка была нормальной в полном смысле этого слова. Наверное, свою роль сыграло еще и то, что в то время методы диагностики психических расстройств были недостаточно совершенны. Давайте диагностируем ее диагноз. А как мы это сделаем? Хох, мистер Джонсон, секундочку, сделаем мы это довольно просто. К нам недавно приезжал английский ученый. Они у себя в Англии придумали новый передовой технологичный метод изучения человеческих привычек и анализа человеческого мозга. Секундочку, мистер Джонсон. Английский ученый привезли нам молоток. Мы расхуярим ей голову. И посмотрим, что там внутри, мистер Джонсон. Бить нужно острой частью, чтобы получилось быстрее. Но все-таки знания... Мы же все-таки не варвары. В начале 20 века было немного... намного меньше, чем сейчас. Интересно было бы дать сегодняшнему специалисту историю Анны и послушать его мнение. Если у вас профильное образование, то пишите, пожалуйста, в комментарии свои версии и возможные диагнозы. Но тем не менее, судя по врачебным записям того времени, девушка была здорова. Да не было диагнозов никаких, просто довели ее, блять, всякой хуйтой вокруг, которая была. Сама Анна не могла рассказать ничего о причинах своего поведения. И тут появляется некий Теофил Ризингер, священник родом из Баварии. И именно он стал спасителем для Анны. Угу. Каким спасителем? Он родился 12 февраля 1868 года. Значит, когда все это происходило с Анной, ему было около 40. Родился он в Баварии. Он в 21 год поступил в монастырь, потом уехал в Нью-Йорк и там тоже стал служить. Так мало людей, да, на улице. Смотришь старые фотографии, так мало людей. Хотя мы с вами смотрели кадры разные. Че с молотком-то, блядь? Короче, мы с вами... Ребята, мы с вами смотрели немного кадров, блядь. Сейчас, подождите, уберу. Так вот, о чем я. Мы, короче, смотрели с вами всякие различные записи старые, вот такие, которые еще освещенные. Короче, цветные, 60 FPS, отреставрированные кадры, записи вот таких старых штук. Просто стоит камера, на улице люди идут, и там прям всегда много людей. Вот на этой фотке очень мало людей, но в действительности было до хрена людей. Потому что, как мы выяснили, людям было нехуй делать. И они просто выходили на улицу, ну, тупо типа, ну, что происходит? Что дома сидеть? Что делать дома? Нет ни интернета, нет ни стримов, нет ни хуя абсолютно. Вышел на улицу, ходишь себе такой, что там... Туда-сюда, что-то смотришь, что происходит там, может, что-нибудь прикольное увидишь. Может, что интересное произойдет, а может, нихуя не произойдет. Ну, тут как повезет, как день повернется. Так что на этой фотке странно, что людей мало. Ризингер свободно владел итальянским, а также английским и немецким языками. И к моменту знакомства с Анной он был почти единственным человеком в Америке, который мог проводить необходимые в таких случаях обряды. В это время Ризингер был монахом в общине Святого Антония в Маратоне, штат Висконсин. В некоторых источниках указывается, что он согласился работать с Анной почти случайно. Его об этом просто попросил епископ. Но тем не менее, после этого сражение со злом стало его призванием до конца жизни. Со злом. Вот это, конечно, прикол. Чувак придумал. Ой. Ой. Чувак придумал себе какую-то штуку. Зло, с которым сражался. В материалах дела Анны отмечается, что 18 июня 1912 года именно Ризингер успешно провел ритуал по освобождению от духов для уже 30-летней Анны Эклунд. Во время сессий Анна говорила на языках, которых она не могла знать. Угу. Утверждается, что она бурно реагировала на... Ну а есть какие-нибудь доказательства того, что она... Типа, прям не знала никаких языков, нигде не могла ничего услышать. И действительно говорила на этих языках, и прям полноценно разговаривала. Есть какие-нибудь доказательства вот этого всего? На латыни понимала иврит, итальянский, польский и другие славянские языки. И это при том, что она... Ну и русский. Ну не русский. Все понимала, но русского не знала. Россия. Нас демоны, бесы не возьму, сука.
Не бесовый у нас язык, бесы не говорят на русском. Закончила только младшую школу. Ну и как вы понимаете, это один из признаков... Если ты хочешь беса напугать, ты должен сразу на русском разговаривать. Прям беса увидел? Черта ебаного. Увидел, который бежит прямо по улице. Черт ебаный, черт. В бане черта. Увидел ее? Ебаный черт. Она говорит, сука, на копытцах. У меня есть такая... Черт ебаный, блядь. Сразу на русском в нем говори, и он сразу испугается и убежит. Потому что русского они, ребята, боятся. От не креста даже, не креста, крест это вторичный. Русский язык поможет. Прям вот говори просто с ним, сразу говори с ним, общайся с ним на русском, прям по-человечески, прям хорошо начни. Привет, черт, как жизнь, как ты вообще поживаешь? И он прям сразу... И все. Так это работает, ребят, так это работает. ...признаков, по которым оценивают наличие одержимости у человека. Мало что было задокументировано в ходе первого избавления от одержимости, хотя говорят, что оно прошло успешно. Но мы бы не говорили с вами сегодня об этой истории, если бы на этом все закончилось. Летом 1928 года, 16 лет спустя, через священника по фамилии Штайгер, Ризингеру сообщили, что все страшные симптомы Анны стали возвращаться. Не сумев помочь Анне обычными средствами, Ризингер осмотрел ее на предмет наличия одержимости и пришел к выводу, что в нее снова кто-то вселился. Да ёб твою мать! Известно, что к 1928 году Ризингер уже успел освободить 19 человек от одержимости. 20-й снова станет Анна. Ему предложили провести новую сессию в монастыре в Эрлинге, штат Айова. Ризингер согласился на это предложение сразу по ряду причин. Это место расположено в 177 километрах к западу от ближайшего города. В 1920-х годах, как в принципе и сегодня, в этом месте проживало всего несколько сотен человек. И там же расположен... Блин, надо будет, вот посмотрел на эту историю, надо будет поиграть как-нибудь в этот... В Йогессер, где ты просто ходишь по карте Гуловской и пытаешься угадать, куда тебя забросило. Прикольная штука, вроде. Католическая церковь. Туда, кстати, вела всего одна железная дорога. Ризингер полагал, что такое уединенное расположение монастыря позволит его ритуалам остаться в тайне. И судя по тому, что фотографии Анны в интернете нет, им удалось сохранить ее личность в тайне. Ну, типа фотографий с того времени в принципе было мало, не то чтобы им прям стараться надо было. Ну и поможет сохранить анонимность Анны. Также священники Ризингер и Штайгер надеялись, что перемещение Анны из дома дезориентирует тех сущностей, которые в нее вселились. Нужно просто узнать, как демона зовут, тогда ты обладаешь силой изгнать его. Анну Эклунд доставили в этот монастырь 17 августа 1928 года. Причем все это должно было происходить в строжайшей секретности. Ризингер ехал на следующем за ней поезде. Только несколько человек, кроме самого Ризингера и монахинь, знали, зачем Анна туда едет. Женщину сопровождали в поезде, и все боялись, как бы она ни начала себя агрессивно вести. В таком случае пришлось бы раскрыть тайну поведения Анны. Но поездка прошла относительно успешно. И только священник Джозеф Штайгер опоздал к началу на 2 часа. Его машина как будто отказывалась ехать. И когда он прибыл на место, Ризингер ему сказал: «Мой дорогой друг, я совсем не волновался об этом. Я был бы гораздо более удивлен, если бы все прошло гладко. Трудности будут возникать, их следует ожидать. Дьявол приложит все усилия, чтобы помешать нашим планам». О, блядь, дьявол решил тачку испортить, суку, гниду. «Когда я вас ждал, я постоянно молился о том, чтобы злой дух не мог причинить вам вреда, так как я подозревал, что он попытается помешать вашему приходу и причинить вам вред лично». Анну доставили в монастырь, и там у нее сразу же начались страшные симптомы. У нее случился приступ ярости от еды, которая стояла на подносе, окропленном святой... Там холодец стоял, она такая... Холодец, холодец, только не холодец! И на нем на русском было написано «Привет». Зашипела, как кошка, и отказалась есть. Тогда ей принесли неосвященную еду, и она успокоилась. Пирожки, она такая... Пирожки нормально. Всего над Анной было проведено 3 сессии. Первая продолжалась со дня прибытия в монастырь и до 26. Что нужно, если черт бежит на улице? Так, ты вышел, черт перебегает улицу. Что делаешь? Первые твои действия. Что делаешь? Правильно. Говоришь с ним на русском. Как минимум, что-нибудь надо сказать. Если он бежит к тебе, то прям что угодно, но вежливо. Вежливо по-русски с ним начинаешь общаться. Здороваешься, приветствуешь, говоришь, спрашиваешь, как у него дела.
Черт убежит. Черный пушистый черт? Не знаю. Любой, ребята, любой бес. Бес, ладно, не черт, окей. Бес бежит. Бес прям рогатый. Бес прям с копытцами, с хвостом такой. 6 августа. Вторая недельная сессия состоялась с 13 по 20 сентября, после чего последовала последняя восьмидневная сессия, которая продолжалась с 15 по 23 декабря 1928 года. Просто это какие-то вещи происходили, основанные на чем? На чем? На каких знаниях вообще? На чем это все происходило? На основе чего? Какой-то древней литературы монахов о том, как изгонять демонов? Или что? Откуда вся эта информация вообще взялась? Итак, первая сессия. Анну прочно закрепили к матрасу железной кровати. Так. Одежду на ней тоже крепко завязали, чтобы она не могла раздеться. Самые сильные монахини держали Анну так, чтобы она не могла вырваться. Ризингер приступил к чтению молитв. И как только он начал это делать, Анна погрузилась в глубокий сон, в бессознательное состояние. Ее глаза были настолько сильно сжаты, что ничто не могло их открыть. В этом состоянии женщина оставалась на протяжении всей сессии. Но несмотря на это, очевидцы этого процесса рассказывали, что внезапно, посреди сессии, Анна вырвалась из рук монахинь и по воздуху переместилась в другой конец. Ну вот такие факты про воздух и перемещение. Ну, есть одно хотя бы, одно видео, одна запись, хоть какая-нибудь реальная, где кто-то в воздухе летает. Вот, чтобы человек летал, блядь. Чтобы человек летал. Вот какая-нибудь запись. Ну, настоящая, конечно. Но не какая-нибудь, я имею в виду, чтобы было понятно, что это не говнище какое-то пиксельное, такое дерьмового качества, а плюс-минус нормального. Чтобы вот кто-то летал, блядь. Все эти рассказы, это, конечно, хорошо, но это же может быть преувеличением, потому что, ну, все они воспринимали это все как настоящее, все реальное, плюс все какие-то мелочи, они вполне себе могли просто преувеличивать. Она замерла над дверью, как будто бы законы гравитации на нее не действуют. Там она условно могла подпрыгнуть очень высоко, и они такие, ебать, она левитирует. Тогда Ризингер невозмутимо приказал. Опустите ее вниз, она должна вернуться на свое место. Они такие... Да, блять, она высоко прыгнула, а они все коротышки там собрались. Блять, палку взяли. Знаете, как это, как на базаре, как на рынке. Я не знаю, есть такая сейчас тема. Как на рынке еще там, лет 20 назад, не знаю. Были вот эти высокие ряды, до которых не дотянуться. И у всех-то продавщиц была длинная палка такая специальная. Они такие брали. Оп! Прям захват. Схватила так, опустила. Вам эти джинсики, эту футболочку. Все. Берет, все, закрывает тебе жопу, все, давайте, примеряйте, там люди идут, такие, примеряйте, все, угу, все, примерили, нормально, что вам, вторую достать, сейчас, ой, извините, а, вот эту, все, держите, примеряйте, стандартная тема, у всех было. Ты на кровати. И как только женщина оказалась на кровати, сессия продолжилась. Сессия. В какой-то момент Эклунд завыла, словно стая диких зверей. Вой был настолько громким, что привлек внимание соседей. Говорят, что тогда свидетелями этого ужаса стали десятки людей. И все они рассказывали о страшном вое, исходящем из монастыря. Звук такой, конечно, подставила. Будто бы какие-то чуваки имитируют вой. Кроме того, пытаясь помешать процессу изгнания сущностей, Анна выделяла различные субстанции в нечеловеческих масштабах. Хотя она ничего не ела, ее рвало табачными листьями. А также она постоянно испражнялась. Запах в комнате стоял непередаваемый. Голоса, которыми... Качественный запах. Запашочек. Говорила Анна, временами звучали как звериные, а иногда они были жутко неестественными. Ризингер несколько раз спрашивал, с кем он разговаривает и кто находится внутри нее. И каждый раз ему отвечал новый голос. А когда он спросил, кто главный во всем этом кошмаре... Имя было? Имя названо какое-то? Ему ответили, что в Анне сидит сам Вельзевул. Это имя главы... Это тут серьезный, походу. ...демонов в Новом Завете. Ебать, Вельзевул! Блин, у них прям лор есть, да? Имена и демоны. Блин, прикольно. Лор демонов. Лор Нового Завета.
Можете себе представить? Затем Ризингер спросил, не причастен ли отец Анны к происходящему. А ему ответили. Разве ее собственный отец не проклинал ее и не заставлял нас селиться в нее? Тогда Ризингер попросил подробнее это рассказать. И ему ответили. Ты можешь спросить его сам. Оставь меня в покое сейчас. Отъебись, пожалуйста, да? Я тут занят вообще-то. То есть сам Джозеф был там. Ризингер спросил, точно ли Джозеф принимает во всем этом участие. И ответ был такой. Какой глупый вопрос. Он с нами с тех пор, как ее проклял. Он вообще-то все это время был с нами. Джозеф, иди поздоровайся. Джозеф. Привет, да, я здесь. Привет. Как дела? А что тут происходит? Ладно, пойду, у нас там туса такая, нормально. Там ребята собрались играть в бутылочку, давай, давайте. Ты подключишься, визуал? Когда подойдешь? Сейчас подойду, Джозеф, подожди, сейчас общаюсь со священником, заебал. Что-то доеба. Сейчас он закончит доебываться, пойдем уже нормально поиграем в бутылочку. Отец якобы пытался заставить Анну вступить в кровосмесительные отношения, но она отказывалась. Джейкоб, кстати, был яростным ненавистником церкви. В других случаях голос заявлял, что он Иуда Искариот, и что он там, чтобы заставить ее... Кто там еще? Священник такой, знаете... Понял, там Иуда, походу, собрался, да? А кто у вас там еще в компании? Гитлер там? Не? А, Гитлера еще нет, понял. Наполеон? С вами? Можете Наполеона к трубочке позвать? Что еще придумаете? Свести счеты с жизнью и попасть в ад. Был еще и женский голос, который представился Миной, тетей Анны. И она сказала, что за свою жизнь она погубила 3 детей. Много раз во время сессии Ризингер переключался между английским, латынью и немецким языками. А голоса всегда правильно отвечали на каждом из языков. Особого успеха в первый период достичь... Но не на русском. Этого языка демоны и бесы не знают. Не удалось. И на втором этапе с 30 по 20 сентября... Они когда начинают говорить русские слова на русском, у них губы горят, будто бы пропитались священной водой. Тоже не было продвижений. У них язык загорается в этот момент. Больно им. На протяжении всего этого процесса Эклунд претерпевала ряд физических изменений, которые происходили с ее телом. Ее тело искажалось просто невозможным. Время от времени ее бледное и истощенное лицо становилось красным, как пылающие угли. Ее глаза и губы распухли до огромных размеров, а живот Анны становился твердым, как камень. Слушайте, так описывает, будто бы она превращалась... Фитоняшку. Которая еще губы себе сделала большие. Во время сессии Эклунд, казалось, особенно сильно реагировала на определенные предметы и действия. Всякий раз, когда к ней кто-то приближался со святой водой, она кричала. Да че грязи, это сок. Такая. Ну ладно, тогда оставь. Если сок, то оставь. Шли дни. И ситуация становилась только сложнее. Теперь казалось, что между некогда друзьями, Штайгером и Ризингером, возник необъяснимый дискомфорт. Штайгер как будто бы стал сожалеть о своем решении разрешить провести эти сессии в своей церкви. Когда он сказал об этом Ризингеру, тот спокойно принял недовольство Штайгера. По его мнению, это сам дьявол разжигает ссору между священниками. Вообще-то он в бутылочку пошел играть, между прочим, ему не до вот этих священников. И вообще за это время происходит много странного. Например, однажды Штайгеру позвонил местный фермер с больной матерью, к которой срочно нужно было приехать и дать ей исповедаться. И когда он ехал к дому, он должен был пересечь мост через овраг. Но тут появилось темное черное облако, и Штайгер не увидел, как съехал с пути и врезался в ограждение моста. Машина восстановлению не подлежала, а сам Штайгер при этом отделался всего несколькими порезами. Позже, в тот же день, когда Штайгер вернулся в монастырь на сессию, голос внутри Анны поприветствовал его и сказал: «Сегодня он наконец втянул свою гордую шею и был предзойден. Я, конечно, увидел его сегодня. А как насчет твоего нового авто, той шикарной машины, которая теперь разбита в дребезги? Так тебе и надо». Ах ты сволочь, так это был ты! Такой, ух ты, блядь!
тачку купил только недавно. Испытания Штайгера не закончились одной аварией. Он по несколько раз за ночь просыпался от странного шума в своей комнате. Конечно, это могли быть простые крысы, но до этого в течение... Ой, вот этих, конечно, звуков жутковато. Ну, типа вот эти все звуковые сопровождения, они жуткие. 14 лет грызуны не появлялись у него в комнате. С Анной по-прежнему творилось что-то непонятное. Все эти манипуляции приводили к ухудшению состояния Анны, так как она отказывалась употреблять пищу, и при этом ее постоянно рвало неведомыми субстанциями. Она страдала от кошмаров и все еще не могла спокойно находиться в непосредственной близости от освещенных предметов. И чтобы хоть как-то изменить ситуацию, отец Рисингер решил провести один обряд в течение 3 дней без перерыва. Так начался 3-й этап. Финальный, по идее. Он длился с 15 декабря по 23 декабря 1900. Ну так, чисто, чтобы до Нового года успеть. Ну что, неделька оставалась до Нового года, там салатики подготовить, подарочки всякие. А то еще как бы на Новый год все-таки экзорцизмом заниматься не дело, ребята. 28 года. И постепенно сопротивление существ, которые жили внутри Анны, казалось, ослабевало. О! И в один из тихих дней, когда... Такой, знаете... Каждый раз, когда он приходит к этой Анне что-то изгонять, Вельзевул внутри такой: да ёбаный в рот, сука, да когда ты отъебёшь, это уже, блядь, сколько можно-то нахуй, ну ты что ты душишь-то, блядь, священник, ну что ты душишь, что тебе надо вообще от меня, не понимаю. Ну занял я это тело, ну и чё, ну чё тебе, как бы тело жалко, что ли, ёб твою мать. Столько людей на свете. Ну доебался, так доебался. Вот просто, если я... Окей, давай так, блядь. Я отъебусь от этой Анны твоей, но ты от меня тоже отъебись, пожалуйста, да? Я могу в другое тело перекочевать, если хочешь. Хочешь, в твое перекочую? Да мне похуй, в какое. Ну ты брось, ты отъебись уже. Ну сколько можно? Первая сессия, вторая, третья сессия. Ну ты... Ну что ты за человек-то, блядь, такой? А там его, знаете, подзывают другие демоны там в бутылочку играть. У них там вечеринка. И знаете, там прямо на фоне слышно, как туса происходит. Тут, и там всякие другие демоны. У них там караоке местное. Какой-нибудь не Вельзевул, а другой демон поет там. Сам Люцифер там корпоративчик ведет. И у него там такая туса. И вот Вельзевула каждый раз, как будто бы кто-то отвлекает от тусовки, этот священник. И как же он он прям хочет потусить, он со всеми хочет быть. А ему приходится каждый раз отходить, там, отвлекаться на этого священника, что-то с ним разговаривать, разбираться. Просто заебал. Заебал, блядь. Анна наконец смогла побыть с собой хоть немного. Она рассказала одной из монахинь, что к ней приходила святая Тереза из Лизьё. И она сказала Анне: не теряйте мужество, конец близок. Ха! Отличная мотивация. И вот 23 декабря, во время одной из очередных сессий, в 9 часов вечера, Анна Эклунд внезапно взлетела с кровати. Опасаясь того, что женщина снова улетит к потолку, монахини крепко стали держать ее. Анна упала на кровать и прокричала имена всех демонов, которые представлялись Ризлингу на первых сессиях. Сколько их там? Через несколько минут она трижды крикнула слово «ад». А потом она открыла глаза и проговорила: от какого же ужасного бремени я наконец-то освободилась? Боже милостивый, хвала Иисусу Христу! Представляете, она выздоровела, и ее мучения кончились. Была такая женщина... Чё, всё? На этом закончилась вся эта история? Типа, ладно. По имени Тереза Вегерер. Она была домработницей у отца Штайгера. Вот что она рассказывала. «Я была свидетельницей почти всех этих сессий, и я могу честно сказать, что факты, упомянутые в книге «Прочь, сатана»...» Полная хуйня такая. Не, говорит правда, ребята, говорит правда. Некоторые моменты были даже более страшными, чем описано в книге. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что демоны были в Анне, и я никогда не забуду те ужасные, мерзкие и грязные сцены. Анна Эклунд вернулась из Эрлинга через 4 месяца после изгнания демона. Это не все. Теперь она продолжила ходить в церковь, как и раньше. Она прожила остаток своих лет спокойно и счастливо, и больше никогда не жаловалась на голоса в голове. По этой истории написана книга, а затем в 1900... О, изгоняющий дьявола! ...был снят фильм,
«Изгоняющий дьявола». Но это просто легендарный фильм ужасов, который пугает миллионы людей уже на протяжении долгих... Ну, он типа легендарный, конечно, и он все, так, и все такое, он достаточно жуткий, но... После того, как вышла пародия на этот фильм, очень сложно, конечно, местами его серьезно воспринимать. Он очень, типа, прям местами смешно воспринимается после пародии, которая вышла на него. Десятилетий. А потом в 2016 году был выпущен британский художественный фильм под названием «Экзорцизм Анны Эклу». А какой из этих фильмов самый лучший? Ну, типа, вот из серии про всякие экзорцизмы, как кино, как фильм. Какой из них самый лучший, интересный, типа? В котором описаны ее одержимость и, собственно, изгнание. Что же могло послужить причиной такому страшному поведению женщины? Сегодня существует сразу несколько версий, и каждый может верить во что захочет. Международный саммит демонов и чертей в 28-м году проходил в Теляне. Да, типа им нужно просто собираться где-то. Ну где-то даже надо собираться, ну ёб твою мать. Все-таки нужна же какая-то площадка для сбора и для проведения саммита. Ну, вот им каждый раз нужно где-то собираться. В этот раз они там собирались, но этот священник ебал, конечно. Настолько доебал Вельзевула, что товарищ Вельзевул поднял, так сказать, вопрос среди других демонов о том, чтобы перенести мероприятие на другую площадку. Потому что что-то здесь как бы доебы да доебы бесконечные. Мешают вот отлично проводить время. Я назову их для вас просто, чтобы вы могли выбрать, что вам кажется наиболее правдоподобным. На просторах интернета я встречала информацию о том, что такую реакцию могла вызвать та же шизофрения, истерия, синдром Туретта, эпилепсия, конверсионное или диссоциативное расстройство личности. Последнее, вот оно же расщепление личности, более вероятно. В женщине же, согласно рассказам священника, жили сразу несколько личностей. Но медицина того времени не могла помочь Анне. Причиной развития психических отклонений могло быть тяжелое детство и вот те ужасные отношения с отцом и ранняя смерть матери. Вопрос здесь возникает только по поводу того, почему Анна реагировала именно на окропленные святой водой вещи. Да потому что ей об этом говорили, это было очевидно, ну как еще? Ну и плюс с детства вот эта вся история с отвращением к церкви с ее стороны. Все как бы все это психологические факторы. А не на что-то другое. И как она знала языки, которые люди учат десятилетиями? Изучила. Летиями. Ну и левитация тоже сомнительная вещь. Но тем не менее... Не, ну левитация это вообще, скажем так, в принципе сомнительная вещь. В том плане, что... Ну не сомнительная вещь, конечно, а просто... Ну люди типа летать не умеют. Ну так, типа, ну просто... Факт. Как бы сухой факт, что люди вроде как летать не умеют. Но может и умеют, я не знаю. Может быть и умеют некоторые. Менее на тему взаимосвязи детской травмы и наличия симптомов одержимости люди сейчас пишут научные работы. Эту тему исследуют. И если хотите, почитайте. Я оставлю для вас ссылки в описании. Ой, да чё, как бы... А чё, нет каких-то современных кейсов таких же случаев? По-любому наверняка есть, которые в психологии как-то описаны. Ну, или... Действительно, все это было именно так, как описывалось в книге «Прочь, сатана». Девушку прокляли, а затем долго изгоняли духов. А как думаете вы? Пишите свои... А как вы думаете вы? С вами была мистика, криминалистика, паранормалистика. Комментарии. Ну, а я с вами буду прощаться. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то, пожалуйста, поддержите меня лайком. А теперь спокойной ночи. Лайкосиком. Лайкосиком. А вот насчет лайкосика, этот парень, серьезно, действительно, если понравилось, пожалуйста, поставь лайкосик. Если есть что написать, конечно же, напиши. Фокус, не сходи с ума. А то это действительно заняло снова немало времени. У меня опять, знаете сколько? 01:38. И я не вру. Я ночью тут сижу. Меня не держит, я сам. Поэтому, если понравилось, обязательно поставь лайкосик. Это будет как бэт-сигнал лично для меня, что... Нравится, надо еще. И будем, значит, делать еще. Что ж тут сказать-то? Спасибо всем, кто поддерживает подпиской на Патреоне. Если есть желание, можешь вступить в клуб тех самых героев-патреоновцев. Вот они, вот они, мои хорошие. Все. Спасибо, что смотрели. Чмок. Пупок.